Добрый день, уважаемые зрители. 15 часов по московскому времени. Начинаем наш ежедневный обзор по финансовым рынкам. С вами, как всегда, в это время Василий Питков, аналитик Инвестиционной Академии. Если вы меня видите и слышите, то есть если у вас все нормально с трансляцией, пожалуйста, ставьте свои плюсики, чтобы я знал, что можно начинать наш ежедневный обзор. На нуле написала «Добрый день», Татьяна поставила свой плюсик, Ирина Кононенко написала «Добрый день». То есть я понимаю, что наши самые-самые постоянные участники уже здесь на линии. Соответственно, можно начинать, потому что остальная часть людей, скорее всего, подключится. Так, подключится в ближайшие 5 минут. Хорошо, нам пора начинать. Первое, что мы должны сделать, обсудить ключевые события. Так, звук плюс. Еще раз, уважаемые зрители, если вы сейчас меня видите здесь на маленьком экране, то есть на главной, вы видите главную страничку компании Альпари и я в углу. Плюс, если у вас со звуком все нормально, поставьте свой плюсик, а то кто-то пишет, что есть эхо и что меня не очень хорошо слышно. Давайте мы сначала настроим звук, и тогда, соответственно, пойдем вперед. Вот плюсики идут. То есть, надеюсь, все нормально. Может быть, у меня тут микрофон, кабель не очень хорошо практически подключен. Я не буду его трогать, чтобы сохранить текущую положительную ситуацию. Уже все хорошо. Давайте продолжаем тогда. Значит, заходим на главной страничке компании Альпари в раздел «Аналитика Форекс». Выбираем наш календарь событий от FX Street. И, соответственно, давайте обсудим ключевые индикаторы, события, которые произошли за последние 24 часа. Также мы посмотрим, что у нас впереди. И, конечно, прокомментируем, как все эти экономические события, индикаторы могут повлиять на ключевые мажорные валютные пары, рассматривая их графики в торговом терминале МТ4. Вот я уже открыл даже МТ4. Соответственно, давайте сейчас посмотрим, что у нас было во второй половине вчерашнего дня. После нашего обзора вышли индикаторы по США. Число повторных и вторичных заявок на пособие, то есть первичных и вторичных заявок на пособие по безработице, достаточно хороший индикатор, который уже долго свидетельствует о том, что с занятостью более или менее все нормально в США. Конечно, это продолжает подтверждать, что с точки зрения фундамента ситуация на рынке труда в США достаточно хорошая. Это, конечно, хорошо для американского доллара. По Канаде за месяц октябрь разрешение на строительство повышается хорошими темпами. В известной степени это опережающий индикатор. Почему? Потому что сначала, чтобы построить там, допустим, какой-то дом или предприятие, нужно получить разрешение на строительство. Раз эти разрешения повышаются, предполагается, что в будущем строительная активность, скорее всего, тоже пойдет вверх. Поэтому этот индикатор, он сразу не переносится так быстро на экономику, но он говорит о том, что ситуация в строительном секторе может начать исправляться в Канаде. Конечно, это плюс в долгосрочной перспективе для канадской экономики. Индикаторы от IVA за ноябрь вышли достаточно хорошими. Я много раз говорил, что я их в последнее время пропускаю, я их рассматриваю, но детально с точки зрения торговли на валютном рынке не обращаю такое большое внимание по канадскому доллару именно на фоне этого индикатора, потому что, как я много раз говорил, за последние 2-3 года заметил, что IVA не так хорошо прогнозирует экономическую ситуацию. То есть когда-то они прогнозировали рост, а было снижение темпов роста в Канаде. Было очень много случаев, когда они говорили, что вот произойдет замедление. Наоборот, канадская экономика показала завидные темпы экономического роста. Поэтому они для меня сейчас немножечко являются неактуальными. Мы будем за ними следить. Если у них ситуация исправится, можно их более детально обсуждать. По Японии статистика, которая вышла, конечно, много раз я комментировал, японская статистика очень непредсказуемая, очень волатильна. У нас очень часто всякие пересмотры, то есть мы помним, что во время первой оценки вот значение
индикатора по ВВП за второй квартал был значительно снижен, поэтому можно предположить, что сейчас выходит более высокий ВВП за третий квартал. Это вторая оценка, поэтому и годовой ВВП, если мы умножим на 4,06, получается 2,4, то есть, грубо говоря, 2,5%. Нельзя сказать, что эта статистика настолько хорошая. Почему? Потому что много раз мы обсуждали и говорили, что японская статистика, она ненадежная. Там часто бывают пересмотры, пересмотры значительные. Они могут сначала нам показать хорошее значение, через месяц показать плохие, через три какие-то еще другие, там через год вообще нам скажут, что вы знаете, вот тогда в том там году была вообще другая иная ситуация. Даже после всех вот этих пересмотров, там после пятеры пересмотров, все равно мы их будем снова пересматривать. Поэтому рынок иногда может волатильно отреагировать на эту статистику, но рынок не так серьезно обращает внимание на японскую статистику. На самом деле, по японской иене на фоне этого индикатора ничего не произошло. Давайте мы даже откроем график доллара японской иены и увидим, что сегодня рано утром, если мы перейдем на 15-минутный таймфрейм, продолжается вот это движение, которое уже с начала недели, можно сказать, там 6 декабря продолжается потихонечку. Вот здесь, одну секундочку, на часовом таймфрейме мы откроем график. Вот практически как открылась неделя, было маленькое снижение, и потом начался вот этот рост. То есть в паре доллар японская иена, то есть на вот эту финальную оценку по ВВП иена никак не отреагировала. Новая Зеландия, продажи в промышленном секторе показывают слабые темпы роста. Тут есть в номинальном выражении индикатор и в физических объемах. В физических объемах промышленное производство показывает очень-очень низкие темпы роста. Соответственно, это еще один фактор, который говорит о потенциальном замедлении темпов роста новозеландской экономики. Почему я на это обращаю внимание? Потому что вы знаете, что я уже давно говорю, что при грамотном решении на следующей неделе со стороны Центрального банка США я перехожу на пару новозеландский доллар-доллар. И учитывая, что я рассматриваю вот эти два диапазона, то есть тот ориентировочный диапазон, который мне кажется, что перенесется и сейчас, хочу сказать, что если продолжается вот эта слабая статистика по Новой Зеландии, и, на мой взгляд, это слабая статистика. Я сказал, почему? Потому что в годовом выражении промышленное производство по сравнению с 2016 годом показывает очень-очень низкие темпы роста. Думаю, что это может повлиять негативно в долгосрочной перспективе на новозеландский доллар. И движение вниз в паре новозеландский доллар-доллар на тяжелых таймфреймах вполне будет оправдано при грамотном решении со стороны Федрезерва на следующей неделе. Конечно, мы здесь показываем график на weekly и на месячном таймфрейме. Имейте в виду, что это падение, если произойдет, не произойдет там в течение дня или двух, это просто долгосрочное такое направление, это траектория. Плюс, конечно, тут я показываю эту траекторию вниз, это не значит, что здесь не будет волатильности на две фигуры, три вверх, вниз, вверх. В конечном итоге траектория может пойти вниз. Я рассматриваю по Австралии статистика кажется на первый взгляд не очень хорошей. Почему? Потому что ипотечные кредиты снизились. Но тут речь идет о ипотечных кредитах в австралийских долларах. А если мы обратим на статистику по ипотечным кредитам в Австралии количество ипотечных кредитов, видно, что там идет рост. И, соответственно, получается так, все больше и больше людей начинают брать кредиты, чтобы купить себе жилье. Они покупают жилье, это хорошо, то есть растет спрос на жилье, увеличиваются, соответственно, строительные расходы для строительства нового жилья. И это, конечно, очень хорошая статистика. Почему она отрицательна? Потому что в номинальном выражении просто получается так, что цены на жилье немножечко скорректировались, и сейчас, чтобы купить себе дом, допустим, ориентировочно, не нужно там 100 единиц заплатить, допустим, 100 долларов, а 95. Но это не значит, что идет ухудшение на ипотечном, рынке ипотеки, на строительном, в строительном секторе. Надеюсь, это понятно. То есть для меня это хорошая статистика, нормальная, то есть она нейтральная, хорошая статистика. Следующее. Статистика, которая вышла
вышла по Великобритании, достаточно важно, мы ее уже много раз комментировали. Хочу добавить, что это запаздывающая статистика за месяц октябрь, это официальная статистика статистического бюро Великобритании. Она полностью в соответствии с ожиданием, без каких-либо серьезных сюрпризов. И, соответственно, я хочу еще один раз напомнить, мы сейчас перейдем на пару фунт-доллар, и давайте мы вспомним, как развивалась экономика в последнее время. В августе у нас было ухудшение по опережающим индикаторам. В сентябре и, в конце августа, в сентябре мы видели улучшение экономики. Потом в октябре мы видели снижение темпов роста экономики. И по опережающим индикаторам за ноябрь британской конфедерации британской индустрии мы снова видим очень хороший рост. И даже давайте вспомним индикаторы опережающие, которые выходили по промышленному производству, по розничной торговле, по заказам на промышленную продукцию. Показали один из наилучших ростов в Великобритании там за последние либо 10, либо 20 лет, в зависимости от индикатора. Почему на это обращаю внимание? Потому что вот эта запаздывающая статистика, которая выходит, показывает, что все действительно было так. То есть вот эти август, сентябрь и октябрь статистика полностью подтвердили, что да, действительно все было так. Соответственно, уважаемые зрители, как мы в начале недели говорили, если вот эта статистика выйдет в соответствии с ожиданиями, мы понимаем, что, скорее всего, доверяя опережающим индикаторам, в ноябре, за месяц ноябрь, конечно, он уже прошел, выйдет хорошая статистика, она выйдет, вот сейчас выходит за октябрь, то есть в следующем месяце выйдет за декабрь. Это не является никаким сюрпризом для рынка, потому что она полностью соответствует вот этим опережающим индикаторам, которые нам нарисовали эту траекторию. Если это было понятно, ставим свои плюсики. Я это много раз обсуждаю, поэтому предполагаю, что наши постоянные участники, зрители это все очень хорошо понимают. Мы заранее это обсуждаем. Даже вот я уже давно говорю, что через месяц, когда выходит статистика, предполагается, что она выйдет хорошей. Как может отреагировать через месяц британский фунт? Он может упасть, если окажется, что по факту, когда выйдет вот эта официальная статистика, допустим, она не скопирует вот это движение опережающих индикаторов, а выйдет, например, хуже. Вот тогда может упасть британский фунт. Или наоборот, если окажется по официальной статистике, что все было намного лучше, вот тогда может вырастить британский фунт. А если через месяц просто подтвердится вот это движение опережающих индикаторов, то есть официальная статистика, это не будет являться никаким сюрпризом. И на самом деле рынки, вот это очень хороший пример, рынки всегда именно и так в большинстве случаев работают. То есть вот эти графики, они движутся на фоне вот этих прогнозных значений крупных банков, на фоне прогнозных, на фоне ожиданий крупных инвесторов и так далее. Идем дальше. После этого ничего интересного не было, день скоро заканчивается, у нас несколько важных событий. До этого хочу сказать, что, конечно, здесь нет индикаторов, но прошли все вот эти обсуждения между Евросоюзом и между Великобританией, типа они договорились, там есть принятый документ, который состоит из 16 страниц, вот это совместное решение, которое было достигнуто во время переговоров между континентальной Европой и Великобританией. Я его читал, просто мне самому было нужно там на кое-что посмотреть, на вот эту информацию, которая там была написана. Что хочу сказать? Да вроде бы ничего такого и плохого нет, и хорошего, то есть просто вот все, что обсуждалось, что сохранятся все-таки нормальная связь между Европой и между Великобританией после Брексита, то есть что граждане Евросоюза, которые будут жить в Великобритании, Великобритания, соответственно, будет им предоставлять нормальные условия, их права будут соблюдаться, реципрочно будет действовать и этот принцип для граждан Великобритании, которые находятся в Евросоюзе. Типа движение капитала не будет настолько ограничено, то есть почти барьеров не будет. Также между Великобританией и Ирландией, там где Северная и Южная Ирландия, не будет вот этот жесткой границы, то есть там не будут строить границу, все равно свободное передвижение останется,
приблизительно в том же самом виде, да, будут проверки. Но вот, вот такие нюансы. Соответственно, конечно, эти решения, они... Мы видели, что на фоне вот этих новостей была какая-то волатильность на мелких таймфреймах по британскому фунту. Давайте мы вспомним все вот эти резкие движения вверх-вниз, вверх-вниз. Но я еще раз хочу сказать, пока вот этот процесс по Брекзиту будет долго идти, всегда могут произойти всякие сюрпризы, всякие нововведения, изменения. Поэтому... Мы не можем утверждать, я лично считаю, что нельзя говорить, что этот процесс полностью уже закончился. И это будет идти долго даже после Брекзита, то есть после марта 2019 года. Всегда будут некие, на мой взгляд, обсуждения между Евросоюзами, между Великобританией, которые будут переноситься на экономику и, соответственно, будут создавать заранее волатильность на графиках. Так что... Да, есть некое решение, оно не последнее, оно не первое, но оно, на мой взгляд, не является самым-самым финальным. А так, конечно, оно снижает неизвестность для бизнеса и в Великобритании, и в Европе. Это в известной степени и для Европейского Союза, и для Великобритании нормальное положительное решение. Идем дальше. Что у нас впереди? В 4 часа. Исследовательский экономический институт... пишет, опубликует свое видение по экономическому росту в Великобритании на ближайший квартал как минимум. Иногда они дают свое видение и по процентной ставке, и по долгосрочному такому экономическому росту. Что хочу сказать, уважаемые зрители, в последнее время мы видим, что этот институт британский дает очень хорошие прогнозы по экономическому росту Великобритании. Я всегда его комментировал, показывал. Вот посмотрим, сохранили ли они свое оптимистичное видение по Великобритании или его поменяли. Соответственно, это важное событие, мы его часто комментировали, потому что фунт зависит от своего экономического роста. А так, в 4.30 статистика по рынку труда по США. Количество новых рабочих мест, уровень безработицы и заработная плата. Большинство аналитиков ожидают, что вблизи 200 тысяч выйдет вот это значение. Мы видели ADP отчет, что указал на 190 тысяч новых рабочих мест, это было в среду. Два дня назад, на прошлой неделе, когда еще две недели назад маркет, когда публиковал свои прогнозы, они написали, что также ожидают около 200 тысяч новых рабочих мест. Я хочу сказать, что даже если здесь будет 160-170, это хорошее значение, на мой взгляд, для американской экономики и, соответственно, для американского доллара. То есть от 160 тысяч это хорошее значение. Всегда нужно обращать внимание на пересмотры. Но самое-самое важное для курса американского доллара в среднесрочной перспективе – это рост средней, здесь написано, по часовой заработной плате, но есть и другой индикатор – средняя почасовая, средненедельная заработная плата. Вот если она повышается и рост повышается к 4% в годовом выражении, это, конечно, здесь индикаторы в месячном выражении, нужно их умножить на 12, грубо говоря. Вот в этом случае, если к 4% подтягивается этот годовой рост, это очень хороший индикатор, и тогда доллар может получить серьезную поддержку. Несомненно, эта статистика сегодня в 4.30 может создать серьезную волатильность краткосрочную по долларовому индексу, то есть на американский доллар она влияет в краткосрочной перспективе значительно. Движения могут быть хаотичными, то есть на хорошие статистики нет гарантии, что доллар, например, вот в долларовом индексе, нет гарантии, что в первые минуты или секунды на хорошие статистики доллар пойдет вверх. Иногда есть такие случаи, на тонком рынке срабатывает у кого-то ордер у крупных участников, и сначала наблюдается некое резкое движение вниз на мелких таймфреймах, потом формируется некая вот такая странная свеча, вот типа вот эта, которая была в конце прошлой недели, и потом движение разворачивается. То есть рано или поздно рынок возвращается к фундаменту, но в краткосрочной перспективе, вот когда выходит эта статистика, все может произойти. И поэтому то, что я нарисовал вот это движение вниз на хорошие статистики, не значит, что оно произойдет. Наоборот, может произойти сначала резкое движение вверх, и потом откуда-то долларовый индекс там пойдет в своем нормальном направлении.
То же самое может произойти вверх и вниз, и наоборот, на плохой статистике. Нельзя утверждать, что вот четко, на мой взгляд, что на этой статистике сегодня в 4.30, если будет вот хороший, доллар идет сразу вверх, и наоборот, если будет плохой, доллар идет сразу вниз. Всегда наступает вот такой момент хаоса, волатильности, поэтому будьте начеку. Это мое личное видение, а у вас уже собственный опыт, вы, конечно, сами решаете. У меня на этом все, по календарю ничего дополнительного нет. В 6 часов Мичиганский университет публикует свое потребительское доверие за декабрь. Мы, конечно, его прокомментируем на следующей неделе. А так, я сказал свое видение. Для доллара будет намного лучше. Конечно, если все индикаторы в 4.30 будут хорошими, то есть безработица падает, увеличивается число новых рабочих мест, увеличивается вот эта доля рабочей силы в общей численности населения. Конечно, если еще и заработная плата резко повышается, это вообще будет супер. Но и наоборот, читаю ваши соответственно вопросы, которые вы написали. Если они есть, пишите в чате. Беленчков Владислав из Минска пишет: Веселин, на мой взгляд, стоит присмотреться к паре евро-британец, хотя вы это не рассматриваете, но все же было бы интересно ваше мнение. Вот смотрите, я хотел на эту неделю, в течение недели запустить уже вот этот опрос в соцсети ВКонтакте, чтобы наши участники, в том числе, конечно, и вы, Владислав Беленчков, потому что вы активно участвуете ВКонтакте, тем более, что у вас собственная группа там. Что хочу сказать, чтобы сами наши участники нашей дискуссии проголосовали за валютные пары, которые желательно рассмотреть. Я хотел это сделать в течение этой недели. Но так как ключевыми инициаторов был Иванов Алексей, вот этой идеи, именно Иванов Алексей, он на прошлой неделе продвигал вот эту идею, чтобы выбрать еще другие пары, отказаться от некоторых пар, по которым, например, нет сейчас движений. Я ждал, чтобы он появился в течение этой недели в чате, и чтобы я ему сказал, что вот с завтрашнего дня мы запускаем вот этот опрос ВКонтакте, вы были ключевым инициатором, давайте начинаем голосовать. А его не было, и поэтому я все равно откладываю вот это голосование на следующую неделю. И, конечно, я сразу для себя записываю, Беленчков Владислав, что вы хотели бы, чтобы мы включили пару евро-фунт. Несомненно, она также будет присутствовать в этом голосовании. Конечно, я ее для себя иногда рассматриваю, так что думаю, что для меня не будет проблема ее рассматривать и включить эту пару. Так что будет голосование. Я о нем скажу, и оно будет ВКонтакте. Читаю дальше. Отто Василий пишет: Веселин, привет, я смотрел ваши обзоры за неделю, и разговор идет о грамотном и неграмотном решении от Федрезерва. Скажите, что это значит? К примеру, поднять ставку золота идет туда-то, чтобы... Отто Виталий, объясняю, очень быстренько вы получите исчерпывающий ответ на ваш вопрос. Что для меня значит грамотное и неграмотное решение со стороны Федрезерва, и как это может повлиять на доллар? Заходите на страничку в YouTube от Виталий. Смотрите, вот страничка в YouTube. Выбираете Альпари. То есть здесь практически все вот эти обзоры, которые мы делаем. Всем крипто-привет! Что за перепуганный вид? Ах да! Все вот эти... Ой, секундочку. Здесь есть все видео. И вот вы можете это посмотреть. Оно объяснение на... Ваш вопрос, что значит грамотное и неграмотное решение со стороны Федрезерва, состоится вот в этом обзоре от 24 ноября. Вот в этом обзоре от 24 ноября четко и ясно со всеми этими графиками я показывал в этот траекторию момент американской экономики и вот, вот эти впереди решения Федрезерва. Какое решение является грамотным, какое не является неграмотным. На самом деле, предположительно предполагаю, что по первым оценкам вы можете даже написать, какое оказалось рост в 2016 году. Хотя Федрезерв ожидал, что рост в 2016 году будет 2,4%. Сошлись до 1,1%. Если вы здесь, Владислав, вот кто-то написал 1,6%. У всех было одинаковое видение. Посмотрите вот это... Вот это видео, Беленчков, чтобы Владислав 1,6. Было я с вами в известной степени согласен, наше, но это не только мое видение. То есть вы видите это вообще вот этот рост 1,6, я тогда сделал этот получился обзор вот именно части. С такой целью, потому что новички, вот ниже вот этого уровня 1,8. И поэтому доллар падал. Если всем это было...
о чем мы говорим здесь, вот это видео. Так что посмотрите его от Виталия. Думаю, что вам все сразу станет ясно. Очень полезное, на мой взгляд, занятие было. Посмотрите его, вы сразу получите ответ. Потому что мне сейчас, чтобы ответить на ваш вопрос, нужно как минимум 20-30 минут. Потому что вы давно не участвовали. Идем дальше. Так, вот даже там на прошлую пятницу Татьяна вам написала, там все подробно об этом говорится. И вот Евгений Борисов написал, что на прошлую пятницу, это 24 ноября на самом деле, а не прошлая пятница. Но огромное вам спасибо, Татьяна, Евгений, вот наши участники сразу на это ответили. Также можно посмотреть и вчерашний вопрос в дополнение к этому. Хорошо, давайте мы тогда, я поскольку вижу, читаю остальные вопросы, которые не связаны с решением Федрезерва, с грамотным или неграмотным решением Федрезерва, потому что все есть в этом занятии, и мы на основе этого, соответственно, проводим наше обучение. Борисов Евгений пишет: Веселин, давайте опрос не только ВКонтакте, но и по-другому, как-то через сайт Альпари, я не хочу регистрироваться ВКонтакте. Я вас понял, давайте, Евгений, я записываю ваше видение, что лучше на сайте сделать. Я не знаю, если это возможно, но узнаю у наших специалистов, если на сайте можно сделать это. Вопрос, я полностью с вами солидарен, я вас понимаю, если у вас там нет, Борисов Евгений, если у вас нет там аккаунта, как вы сказали, вы не хотите регистрироваться, полностью вас понимаю, но давайте я тогда узнаю наших специалистов и думаю, что мы демократично выберем наиболее оптимальный вариант. Хорошо, поскольку я понимаю, никаких вопросов нет, Каноненко Ирина пишет: фунт швейцарский франк, я по фунту швейцарский франк небольшой специалист. На самом деле я очень редко рассматриваю для себя эту валютную пару, хотя я там иногда торговал. Я записываю эту пару. Ирина, давайте даже здесь запишу, что это именно вы желаете, чтобы обсудили вот эту пару. Вот, поскольку я понимаю, вопросов в чате нет, конечно, мы сейчас, когда перейдем к графикам, все это будем и вот эти новости в дополнение обсуждать на графиках, но в качестве вывода, что хочу сказать, уважаемые зрители, вот для большинства из вас, которые вот только-только что начали подключаться, это для них первое занятие, или второе, или третье, или там четвертое, хочу сказать, что вот так. Трудно найти какого-либо обзора, я не говорю в компании Альпари, а вообще где-то в мире, которого вы бы посмотрели на этого аналитика всего лишь один раз и вот знали, например, его видение и стоит ли торговать сегодня или не сегодня. Не думайте, что есть такие обзоры, где, например, посмотрев всего лишь один сегодняшний обзор в онлайне, все будет четко ясно. Это, скорее всего, просто некие там непонятные обзоры, если я их так могу назвать. Вы сами видите, что все вот эти обзоры, которые мы проводим здесь, которые я провожу, не только я, и другие, например, преподаватели, которые работают в компании, аналитики, это как сериал. Вчера был там первый эпизод, сегодня второй, завтра будет третий, потом будет четвертый эпизод, пятый. И это несколько таких эпизодов, то есть это как сериал из многих частей. И подключиться к некому такому большому сериалу, который состоит из 300, допустим, эпизодов, и вы приходите сейчас в кино, например, допустим, это кино, вы приходите, это 145-й эпизод какого-то сериала, и вы начинаете хаотично спрашивать, а кто этот актер, что произошло, почему этот, например, так поступил. Это все связано с предыдущими эпизодами. И чтобы вы как-нибудь это поняли, нужно еще немножко посмотреть в будущем несколько таких эпизодов, и там через определенное время вам понемножечку вот этот сериал станет также понятным и ясным. Надеюсь, вы это понимаете. И я думаю, что любая аналитика на валютных, на фондовых рынках, за которой вы следите, она именно так работает. Не думайте, что зайдете на некий сайт, там у некого трейдера. Ну да, есть иногда такие более яркие случаи, когда можно в течение одного обзора
какую-то хорошую идею, например, продвинуть там торговую, но желательно, чтобы за этим следить, тем более, что даже трейдеры, которые публикуют, пишут аналитику, они всегда дают ссылки на свои предыдущие обзоры, потому что та торговая идея, она динамична. Любая торговая идея, которая строится на графиках, она в любое время может поменяться. Имейте в виду. Поэтому это все как один сериал. Поэтому вот у Виталия я же хочу вам сказать и к всем новым участникам, что понять, о чем речь идет иногда во время этих обзоров или читая какую-то аналитику, тут нужно понимать этого трейдера, уже следить за этим и так далее. Надеюсь, это было понятно. Нам пора начинать. И, соответственно, традиционно начинаем с долларового индекса. Что у нас есть на месячном таймфрейме? Тот же самый график. Вот смотрите, я сразу говорю. Тот же самый график. И наши постоянные участники, они уже все знают. Когда-то был восходящий тренд. В июле-августе прошла вот эта свеча, которая показала нам в августе, что это был реальный прорыв. Восходящий тренд все-таки сохранился. Почему? Потому что впадина не переписалась, то есть на тяжелых таймфреймах. И поэтому, да, мы его пока еще не перечеркнули, но это уже не тот хороший надежный таймфрейм, то есть не тот надежный хороший восходящий тренд. Поэтому мы всегда говорили, что даже и на хороших данных впоследствии в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, если мы покупаем доллары, мы понимаем, что исходя из всей вот этой логики, когда мы проводили эти обзоры, понимаем, что риск при покупке доллара достаточно высокий. Почему? Потому что здесь произошел прорыв трендовой линии. То есть вы сами понимаете, вот я когда начинаю наш обзор и говорю, по отношению к вчерашнему дню ничего колоссального не поменялось на тяжелых таймфреймах. И наши зрители, которые все время участвуют, они это все знают. Это просто одна и та же история. Поэтому давайте продолжаем. То есть нужно практически следить. Тут нужно за этим следить, чтобы все это понимать. Что у нас есть? Вот сразу мы видим вот этот желтый квадратик. Что он значит? Мы когда-то этим желтым квадратиком отобразили вот это медвежье поглощение. Но я его не сделал красным. То есть для меня зеленый цвет — это покупка или движение вверх. Красный цвет — это, соответственно, движение вниз и указывающее на продажу. То есть я не сделал вот этот диапазон красным, например, это медвежье поглощение. Почему? Потому что мы говорили, в декабре будет заседание Федрезерва. Оно полностью может отменить вот этот сигнал, и он может не сработать. То, что мы говорили. Поэтому я каждый день не должен это повторять, потому что таким образом нам нужно будет 2 часа ежедневно, чтобы повторять приблизительно там 30% всей вот этой предыдущей информации. А если всю информацию, тогда и 3-4 часа тут нам не будет достаточно. Поэтому нужно просто следить за обзорами. Идем дальше. Вот это медвежье поглощение может полностью быть отменено очень-очень скоро, когда состоится заседание Федрезерва 12-13 декабря. Вот тогда будет четко ясно, стоит ли покупать доллары, на мой взгляд, или доллар пойдет вниз, и это медвежье поглощение сработает на неграмотном решении Федрезерва, и мы, соответственно, пойдем вниз. Если Федрезерв поступит грамотно, мы находимся в нижней части восходящего треугольника, который мы нарисовали с тех пор, как я начал здесь проводить эти обзоры в конце июля. Соответственно, восходящий тренд, хотя и в слабом виде, это является фигурой продолжения восходящего тренда, он может продолжиться. А так, на неграмотном решении, там сработает на тяжелом таймфрейме медвежье поглощение, и мы здесь сделаем прорыв вот этой впадины, вот этой линии, и пойдем вниз. На данный момент мы находимся в ожидании, поэтому я говорю, по долларовому индексу ничего нового здесь нет. На мой взгляд, утверждать, что есть сигнал на покупку или на продажу на каком-либо из этих всех таймфреймов, которые мы обсуждаем, не стоит. На H4 вспоминаем все вот эти вершины, которые мы когда-то рисовали. То есть я же не добавлял их просто вот так, допустим, взял тут этот прямоугольник и его поставил там через определенное время, чтобы мы снова его отслеживали. Он нам в это время может быть полностью ненужным. Вот они, вот эти ключевые вершины. Прорыв снизу вверх вот этих ключевых вершин, прорыв сверху вниз. Сейчас мы снова на этих критических уровнях. Если здесь сейчас произойдет во второй раз, как и здесь, на мой взгляд, вот этот прорыв вверх, он закрепит вот эту впадину на тяжелых таймфреймах и нам покажет, что у доллара хорошая поддержка уже на этих уровнях. И вот тогда при
покупке долларов будет намного спокойнее, потому что мы увидим, что здесь есть хорошая поддержка у доллара. Но это только в случае, если произойдет этот прорыв снова через вот эту красную зону. На мой взгляд, это произойдет при грамотном решении Федрезерва. Если честно, я почти на 70% уверен, что Федрезерв на следующей неделе поступит грамотно. В двух словах снова напоминаю, что это грамотно решение со стороны Федрезерва, грубо говоря, на мой взгляд. Да, всем понятно, что на следующей неделе Федрезерв поднимет ставку. Это на 90% уже отыгрывается или даже на 100% отыгрывается рынком. То есть даже повышение на 25 базисных пунктов на следующей неделе, это не будет никаких сюрпризом для рынка. Рынок уже вот здесь снижаясь, то, что мы видели, вот это движение вниз, которое произошло в долларовом индексе после окончания, то есть после 27 октября, мы когда отслеживали вот эти вершины. Вот повышение ставки в декабре на 25 базисных пунктов, мы уже больше месяца обсуждаем, что оно уже в вот этом снижении доллара отыграно. То есть если все вы это помните, ставьте свои плюсики, то есть повышение ставки в декабре, оно начало отыгрываться еще с конца октября, и оно уже в цене доллара. Сейчас важна, какова будет траектория Федрезерва. Вот здесь, например, где у нас календарь событий, Monetary Policy. Так, вот оно практически. Что, на мой взгляд, является грамотным решением? Вот видите, даже участники Татьяна, Ирина, Игорь не только что ставят плюсик, а ставят два плюсика, потому что они уже это настолько хорошо знают, что я уверен, что закрытыми глазами они даже могут себе представить вот эти графики, их приблизительно вот все, что мы обсуждаем, рассказать. Вот давайте вспомним, в сентябре Федрезерв нам сказал, до 1,50 повышаем ставку, вот сейчас они поднимут до этого уровня, 3 раза повысим ставку в 2018 году, еще там получается сколько, 2,5 и 3 раза в 2019 и 1 раз в 2020 году. Вот практически та траектория, которая нам Федрезерв на данный момент показывает. Я считаю, что если он сохранит вот эту риторику, вот эту траекторию, для рынка это уже не будет сюрпризом. Рынок привык к этой траектории, он предполагает, что вот тот рост, который идет в американской экономике, сохранится при этой траектории. Соответственно, если Федрезерв повысит ставку в декабре, это уже в цене полностью, это отыграно рынком, и сохранит вот эту траекторию, тут сюрприза для рынка не будет. Он после некой волатильности, я не знаю, в первых минутах вверх или вниз, потому что это зависит от ликвидности рынка, какой ордер руководства работает, потом он пойдет в своем направлении, и если мы видим, что экономическая ситуация действительно улучшается в США в последнее время, скорее всего, есть предпосылки для роста доллара, подчеркиваю, в определенных валютных парах, которые мы потом обсуждаем на графиках, что значит определенно. Это точно не пара евро-доллар, потому что в Европе тоже хороший экономический рост. Конечно, если Федрезерв здесь покажет 2,3, рынок 2,3, рынок может поставить немножко под сомнение эту траекторию, но мне кажется, что даже 3-4 повышения ставок спокойно может американская экономика пройти в следующем году, если рост будет идти к 2,5% в следующем году. То есть и большим сюрпризом здесь 2,3 не будет. Таким образом, они даже могут поднять нейтральную ставку до 3%, и все равно после некой волатильности в первые дни после заседания Федрезерва, может быть, доллар снова стабилизируется, потому что и к такой траектории доллар более или менее может быть готов. Мы это будем обсуждать на следующей неделе. Но если здесь они резко повысят этот цикл, допустим, здесь 2,3, 2,5, здесь тройка, здесь 3,2, здесь 3,3, 3,4, вот тогда мне кажется, что рынок может начать падать, и уже впоследствии доллар будет реагировать на свою краткосрочную статистику. Но пока еще не хочу над этим гадать, мы продолжаем дальше. Все по долларовому индексу я озвучил. На H1 может сформироваться вот параллельный этому восходящий тренд. То есть он будет вот таким образом выглядеть. То есть если здесь у нас есть вот этот восходящий тренд, мы можем перенестись вот отсюда. Но на данный момент я это не хочу комментировать, потому что мы не знаем заседания Федрезерва. Та логика переносится на пара евро-доллар. Мы хорошо знаем все вот эти свечи. Да, в долларовом индексе есть медвежье поглощение, здесь есть бычье поглощение. Но это бычье поглощение
четкое, ясное, зеленое, хорошее бычье поглощение. То есть, как всегда, мы продолжаем утверждать, что евро чувствует себя очень комфортно против доллара по сравнению с другими валютами, которые входят в долларовый индекс. Поэтому на данный момент я не вижу ни малейшей причины для открытия коротких позиций. Либо покупаю евро, но не против доллара, а в паре евро-франк, либо вообще в этой паре не только что не торгую, но и в другой паре я евро не продаю. И у евро хороший фундамент. У евро очень стабильный хороший фундамент. Поэтому пара евро-доллар для меня не интересна на месячном таймфрейме на данный момент. На weekly таймфрейме, как и ранее, продолжаю говорить, что если Fed Reserve сделает глупость, то есть примет неграмотное решение, пара евро-доллар пойдет вверх на тяжелых таймфреймах и прикоснется к верхней линии, как минимум, то есть к верхней границе вот этого нисходящего тренда. Это где-то 1.23, 1.24, 1.25, там 1.26 может оказаться. Мы это только тогда будем пересчитывать, если Fed Reserve на следующей неделе поступит неправильно, неадекватно. Почему сейчас, если кто-то меня спросит, Веселин, давайте рассчитаем, но там не можете рассчитать, до каких уровней может дойти евро. Не думаю, что на данный момент есть смысл, потому что это ресурсозатратно, тратим ресурсы, а может оказаться, что Fed Reserve поступит грамотно, и окажется, что мы потеряем время, чтобы сейчас это практически исчислять. На данный момент это нам не нужно. На дневном таймфрейме серый диапазон, в котором евро торговался против доллара на протяжении 2,5 лет после включения официально печатного станка в начале 2015 года. Сейчас были попытки выхода из этого диапазона. Мы сейчас видим, что на H4 снова пытаемся практически вот ту голову и плечи, которую мы рассматривали, снова вернуть в игру. И таким образом на тяжелом таймфрейме пара евро-доллар может быть снова попытается зайти в этот серый диапазон. На данный момент я его не расширяю. Почему? Потому что я не знаю, как поступит Fed Reserve на следующей неделе во вторник и в среду. Не знаю, как поступит ЭЦБ в четверг. Вот когда пройдут заседания и Fed Reserve, и ЭЦБ, мы тогда будем смотреть, какова вероятность вхождения пары евро-доллар в этот диапазон. И есть ли вероятность, чтобы евро начал снижаться? Да, я не исключаю такой вероятности, если ЕЦБ в четверг сразу после заседания Fed Reserve, он проводит заседание, Европейский центральный банк, если он совершит глупость, вот тогда евро может начать падать, и он может начать падать в многих валютных парах. На данный момент я воздержусь это комментировать, мы это будем обсуждать на следующей неделе. Думаю, что немножечко осталось, мы потерпели, так что у нас впереди всего лишь несколько дней. После середины следующей недели мы евро очень детально обсудим. Читаю ваши констатации в чате. Владислав пишет. Веселин, если же Fed Reserve повысит траекторию повышения ставок при росте экономики более чем в 2,5%, то это может вызвать сильный рост доллара. Конечно, но вот в том-то проблема, Владислав, что никто не знает, какой будет рост в 2018 году. Это все одни предположения. Так что в самом начале, учитывая, что еще 2018 год не начался, на мой взгляд, я могу быть неправ, но на мой взгляд, в самом начале 2018 года пока еще участники не будут так сильно рисковать. Да, может оказаться, что следующий год будет очень успешным для американской экономики. Доллар действительно спокойный через 4 повышения ставки может перейти. И, соответственно, даже они могут оказаться необходимыми для американской экономики, для того, чтобы оберечь американскую экономику от краткосрочного перегрева. И в этом случае получится, что 4 повышения даже будут хорошими для американского доллара. Но еще находясь в начале перехода в 2018 год, думаю, что рынок пока еще не так быстро будет вот эта вероятность, вот этот сценарий отыгрывать. Так что я вначале буду достаточно аккуратным. Читаю дальше, но здесь нужно смотреть на первый квартал 2018 года, чтобы не было сюрприза, как в текущем году, тогда доллар обвалится. Конечно, вот вы все это хорошо знаете, и знаете, что хочу сказать? Я много раз говорил. 2014 год, первая часть, была очень-очень плохая для американской экономики. То есть первый квартал 2014 года был очень слабым. В 2015 году была схожая ситуация.
первый квартал 2015 года был очень-очень слабым. 2016 год был такой же. И на самом деле в 2016 году не только первый квартал был слабым, очень слабым, стагнационным, но и второй квартал 2016 года оказался слабым. Да, потом во второй, третьей оценке они его пересмотрели и подняли этот экономический рост, но я как говорил, на рынке никто вам не вернет деньги за то, что через два года пересмотрели статистику там по какой-то валютной паре и сказали, вы знаете, в 2014 году не все так было там плохо, давайте, оказывается, что ваша сделка не была убыточной, валютная пара вернулась к вашим уровням, мы вам вернем вот эти деньги. Это никогда не произойдет, рынки не работают так, рынки работают вот то, что сейчас есть. И учитывая, что вот я показываю слабые, первый квартал в 2014 году, слабый в 2015, слабый в 2016, слабый в 2017 году. И первый и второй квартал. Имейте в виду, что 4 года подряд всегда начало года было очень слабым для американского доллара. Кто-то может сказать, в этом году это точно не произойдет, потому что каждый год, уже пятый год подряд, вряд ли это слишком много. Вы знаете, теоретически все возможно. Поэтому поживем, увидим. Как вы сами в России пользуетесь вот этой поговоркой, поживем, увидим. То есть люди, которые живут в России, часто это говорят. Вот я также это говорю. Мне кажется, что не будет плохой первый квартал следующего года. То есть потенциал к росту доллара к определенным валютам есть. Но все-таки нужно следить за ситуацией, потому что и в пятый раз никто не исключает вот этот негатив. Хорошо, давайте мы продолжаем тогда дальше. Если, конечно, у вас есть вопросы, пишите в чате. Спасибо за ваш комментарий, Евгений. Огромное вам спасибо. Я продолжаю дальше. В паре евро-доллар на H4, вспоминаем вот эту голову и плечи, доллар снова возвращается в игру. Мини-тренд, который здесь смог бы сформироваться. Видно, что произошел реальный прорыв. Почему реальный? Потому что мы не только что пробили эту линию и сохранились там несколько свечей на том же самом таймфрейме, но и тестируем вот эту предыдущую впадину. То есть четко и ясно видно, что вот этот мини-тренд, который здесь формировался, когда мы его обсуждали, еще вот здесь, я говорил, мне кажется, что это очень сомнительный, я бы этому тренду не доверил, я бы здесь не торговал. На H1 что у нас есть? Ничего интересного, все повторяется. На самом деле, еще раз хочу сказать, в паре евро-доллар я нахожусь в полном ожидании. Вот уже после этих двух заседаний, которые состоятся на следующей неделе, буду думать, что делать с долларом, что делать с евро, стоит ли друг друга против их торговать или там искать другую возможность. Я хочу еще раз сказать, я полностью могу поменять свое видение по стабильности евро после заседания ЕЦБ. Вдруг ЕЦБ сделает какую-то глупость там, евро может начать значительно падать и на фоне неграмотной политики ЕЦБ. В таком случае я сразу могу перейти к продажам евро, на самом деле я это не исключаю. То есть любой трейдер, аналитик должен был гибким и приспосабливаться к вот этим условиям, которые происходят, перемены, а не просто там говорить, а это будет расти, не обращая внимания ни на какие факторы, продолжать верить там своим теориям. Хорошо, по фунту, что у нас есть? В известной степени фунт копирует пару евро-доллар в последнее время. Мы здесь хорошо знаем вот этот нисходящий тренд, который никак пока еще не восстанавливается, то есть на более мелких таймфреймах здесь продолжается вот это коррективное движение тяжелого месячного таймфрейма, то есть здесь четко и ясно идут вот эти восходящие движения, как и на weekly, так и на дневном таймфрейме. Но на дневном таймфрейме мы увидели, что прикасаясь к этой предыдущей вершине, пока еще никак не можем ее не превысить. Почему? Потому что на H4 вот они красные круги, которые мы когда-то рисовали и в паре евро-доллар, которая нам показывает сентябрьское заседание Федрезерва. Мы их сейчас тестировали и в паре евро-доллар, и в паре фунт-доллар, и никак их не можем превысить. Если Федрезерв поступит грамотно, то эти вершины подтвердятся, и тут будет, скорее всего, двойная вершина, и, на мой взгляд, тогда фунт-доллар снова вернется в пределы синих линий. То есть на H1 мы снова зайдем в вот этот серый диапазон, который у нас долго практически уже мы отслеживаем, То есть вот это будет, окажется, вторая вершина. В паре евро-доллар она уже сформировалась приблизительно на том же уровне. Вот первая вершина, вот она вторая вершина. Может быть, вслед за евро с некой задержкой фунт также будет копировать евро.
То есть четко и ясно, и здесь будет видна вот эта вторая вершина. Но на данный момент я не могу это утверждать, потому что представьте себе то, что мы уже давно обсуждаем. Федрезерв сделает некую глупость. Вот тогда евро очень быстро вернется в направление роста. Окажется, что здесь это окажется неким рыночным шумом. И мы будем идти к верхним границам, то есть вот этого желтого диапазона. То есть это синяя линия, которая вблизи 1.20. То же самое произойдет и в британском фунте. Он не просто протестирует эту вершину, но фунт практически пойдет вверх в верхней части восходящего тренда на weekly таймфрейме, который у нас есть, на дневном таймфрейме и так далее. Риск на данный момент большой. Поэтому я по этим парам не торгую, но как и всегда я хочу сказать, если у кого-то руки чешутся и он настолько любит вот эти две валютные пары, там евро-доллар, фунт-доллар, и торгует просто только по ним. Если вы, например, верите, что Федрезерв поступит грамотно, может быть окажется, что на самых хороших уровнях вы зашортите пару фунт-доллар и пару евро-доллар, если вам повезет. То есть на H4 окажется, что вы уловите вот эти вершины. Если Федрезерв поступит грамотно, конечно, там может быть волатильность, вы все равно будете иметь грамотно выставленные стоп-лоссы, ваши сделки не закроются на фоне волатильности, и вы заработаете, вы практически поймаете вот эти вершины в паре евро-доллар и в паре евро-фунт-доллар. Но если окажется, что вот эти надежды о грамотном решении Федрезерва не оправдаются, и Федрезерв поступит глупо, то, что я сказал, не только что повышает ставку, но и резко ужесточает траекторию, тогда может оказаться, что вы в разрез с решением Федрезерва, ваши сделки, вам не повезло, получается, пары пойдут вверх, и, конечно, ваши сделки тогда окажутся убыточны. Конечно! Если вы считаете, что Федрезерв поступит неграмотно, вы наоборот можете сейчас покупать фунт-доллар и евро-доллар. Хотя я это бы не делал на данный момент. Почему? Потому что здесь нет роста. Я покупаю только на росте и продаю только, это мои личные правила, каждый для себя сам решает. Я покупаю всегда только на бычьих свечах. То есть если я рассматриваю покупки на H4, я ищу череда бычьих свечей на H4 на том же таймфрейме. Почему я говорю на том же таймфрейме? Потому что если мы перейдем на 15-минутном таймфрейме, здесь всегда найдутся и бычьи, и медвежьи свечи. Я могу сказать, да, я типа торгую на H4, но открываю свою сделку на 15-минутном таймфрейме. Почему? Потому что мне так бы хотелось, потому что там есть бычьи свечи. Нет, я всегда говорю, если я рассматриваю сделку на H4, вот именно на H4 мне нужны вот эти свечи. Соответственно, никогда не... я всегда покупаю на бычьи свечи и всегда продаю на медвежьи свечи. Это мое личное мнение. Каждый для себя сам решает. Кого-то может быть полностью на стратегия. За свои 11,5 лет я уже давным-давно дошел до этого вывода. И всегда вспоминаю, в 2006 году, когда я начал работать в инвестиционном фонде, наши портфельные менеджеры, в это время взрослые люди мне казались, которые долго работали в этой сфере, управляли значительными суммами, они всегда говорили, если рынок идет вверх, никогда не надо его шортить. Там нужно искать возможность на покупку, если тренд продолжается, и просто ждать момента для входа в рынок. Если рынок падает, они всегда нам говорили, это то, что всегда говорилось. Значит, есть причины, почему он падает. То есть тогда нужно продавать. Покупаешь на бычьи свечи, продаваешь на медвежьи. И мы тогда, начинающие эксперты в этой сфере, там младшие аналитики, обсуждались и говорили, ой, какие неграмотные наши управляющие вот эти люди. Зачем покупать на хаях, зачем продавать на днах и так далее. То есть нужно всегда искать вершину, чтобы зашортить, нужно всегда искать впадину, чтобы купить. И оказывается, что чем больше торгуешь, понимаешь, что это такой взгляд новичка, который все время думает, что раз график идет вверх, мне нужно было бы покупать вчера. Наоборот, раз график идет вверх, если это не просто там одна свеча, целенаправленное движение, значит идет хороший восходящий тренд, там просто нужно уловить хороший момент для покупки. Хорошо, идем дальше. То здесь, если кто-то верит в парах евро-доллар и фунт-доллар, что Федрезерв поступит неграмотно, все равно, на мой взгляд, нет сигнала на покупку. Почему? Потому что нет движения вверх. Хорошо, идем дальше. В паре доллар-франк сохраняют 3/4 своей сделки.
Если Федрезерв поступит грамотно, я сохраняю свою сделку до тех пор, пока она не дойдет к верхним частям вот этого диапазона, это уровни 1.02-1.04, то есть тогда я буду как минимум сохранять свою сделку до вот этих предыдущих вершин на тяжелых таймфреймах. Но если Федрезерв поступит неграмотно на следующей неделе, быстренько закрываю свою сделку, как я всегда говорил, на покупку в паре доллар-франк. Неважно, стейк, профитом, большим, маленьким, по безубытку или, к сожалению, если произойдет резкое движение вниз по стоп-лоссу, мне она не нужна на неграмотном решении Федрезерва. И в этом случае я сразу иду к паре доллар-иена, которого практически рассматриваю уже давно. Мы находимся здесь в центре некого потенциального диапазона. Этот центр нам отображается вот этим белым прямоугольником, то есть центр вот этого большого диапазона. И на дневном таймфрейме вот он, этот центр этого диапазона. Тогда я буду пытаться зашортить эту пару, если мы не будем в нижней части диапазона. То, что я уже давно говорю. Конечно, если Федрезерв поступит неграмотно, говорю, но если Федрезерв поступит грамотно, я просто сохраняю свою сделку на покупку в паре доллар-франк, и мне тогда пара доллар-иена вообще не нужна. То есть она в этом случае мне не нужна. Почему я это объясняю? Потому что я показываю, что, на мой взгляд, при любому решению Федрезерва всегда будет возможность торговать либо против доллара, на неграмотном решении, либо на грамотном решении в пользу доллара. То есть у меня нет такого принципа, что вот я только буду покупать доллары или только буду продавать доллары всегда. Если это было ясно, ставим свои плюсики. То есть вы сами видите, что мои сделки, которые я рассматриваю, они могут развернуться и на 180 градусов в другом направлении в зависимости от решения Федрезерва и от экономической статистики. Жду вашей реакции в чате. А так, если Федрезерв поступит грамотно, как я говорил, на доллар-франк перехожу к этим мелким H4 таймфреймах. И вот внутри вот этой траектории буду пытаться, соответственно, торговать. То есть там часть своей длинной позиции закрывать, потом на впадинах покупать и держать ее, пока она дойдет до 1.02-1.04. То есть чтобы ту крупную позицию, которую я держу, допустим, на тяжелом таймфрейме, чтобы на мелких таймфреймах я пытался ловить вот эти волновые движения. В дополнение, что хочу сказать. Смотрите, вот этот флаг, который здесь сформировался, я и для Альпари написал этот обзор. У нас здесь произошел выход. Флаг является практически коррективным движением, то, что мы говорили с точки зрения технического анализа. И, соответственно, может быть, это уже как вчера наши участники говорили в последние два дня, на утечке внутренней информации по Федрезерву доллар начинает расти, но все-таки я пока еще от этого воздержусь полностью утверждать. Пара доллар, канадский доллар, потому что я не знаю, если на нуле пока еще здесь, предполагаю, что если она сейчас уже не в онлайне, все равно она, скорее всего, часть обзора, которая по канадскому доллару посмотрит. У нас что есть? Смотрите, ничего нового здесь нет. Мы находимся в центре потенциального диапазона. Стоит ли покупать или стоит продавать канадский доллар против доллара? На тяжелых таймфреймах, скорее всего, не стоит. Почему? Потому что да, доллар, канадский доллар может на хорошем решении Федрезерва пойти вверх, но это может растянуться. И тащить вот эту позицию долго каждый для себя сам решает. Мне иногда не нравится, если позиция большая, ее тащить. Она на нуле написала, я здесь. Хорошо. Хочу сказать, что я бы сейчас от долгосрочных сделок здесь бы воздержался. По-моему, если Федрезерв поступит грамотно, рано или поздно мы до 1.33-1.34 где-то дойдем точно. Вот до 1.33-1.34 дойдем точно. Но если Федрезерв поступит неграмотно, мы будем идти к 1.22, к 1.20 и так далее. На данный момент я здесь воздерживаюсь. В преддверии Федрезерва здесь не торгую. А так, на мелких таймфреймах что может произойти? Сразу перехожу на H4. Вот он, наш желтый диапазон. Если Федрезерв поступит грамотно, мы выйдем за пределы вот этого желтого диапазона и рано или поздно пойдем вверх. Как я буду поступать, если захочу открывать сделку на покупку при грамотном решении? Дождусь на следующей неделе окончания заседания Федрезерва, первого выхода из желтого диапазона. Где-то рано или поздно пара сделает коррекцию, и может быть она протестирует верхние пределы диапазона.
Может быть, это где-то в новогодних праздниках может произойти, или сразу после Нового года на тонкой ликвидности. И вот оттуда сразу буду покупать. И тогда буду надеяться, что на тяжелых таймфреймах поймаю вот это движение вверх. Если это было ясно, на нуле ставьте свой плюсик. То есть, вот мое видение. В ближайшее время я не собираюсь здесь открывать сделку. Только если на грамотном решении мы выйдем за пределы желтого диапазона, потом сверху вниз протестируем приблизительно вот эти вершины и снова пойдем вверх, я подключаюсь на покупку на мелких таймфреймах. А так, хочу сказать, что если Fed Reserve сделает ошибку, мы снова вернемся как минимум к нижней части желтого диапазона и даже можем упуститься на очень неграмотном решении даже в ближайшие 2-3 недели еще на диапазон вниз. Так что вот он мои сценарии. Все-таки хочу сказать, что на 60-70% я предполагаю, что Fed Reserve поступит грамотно на следующей неделе. Просто Fed Reserve уже сделал столько много ошибок за последние 2 года, что это должна быть очень-очень неэффективная и неуспешная институция, чтобы наконец-то как-то там даже случайно бы не попало в правильное решение. То есть, если могу так выразиться, то есть было бы очень уже странно, если Fed Reserve все время делает вот эти неадекватные решения. Ничего нового у меня нет ни по австралийцу, ни по новозеландцу. Я уже прокомментировал свое видение. 2 сырьевые пары, которые очень сильно коррелируют между собой. Почему? Потому что австралийская и новозеландская экономика очень сильно связаны между собой. Австралия является ключевым партнером для Новой Зеландии. И, соответственно, Китай индиректно является также ключевым партнером для Новой Зеландии. И, конечно, индиректно, говорю, для Новой Зеландии, директно получается для Австралии. Из этих 2 сырьевых валют австралиец и новозеландец по текущей статистике, по опережающим индикаторам, отчетам, которые мы в последнее время обсуждаем, мне кажется, что у Австралии на данный момент ситуация выглядит немножечко лучше. А по Новой Зеландии, вот по второй валюте, по новозеландскому доллару, она немножечко хуже. Соответственно, придерживаясь своему видению, которое уже долго повторяю. Если Fed Reserve сделает глупость, я буду продавать доллары. Тогда буду продавать через австралийский доллар. Почему? Потому что австралиец выглядит, мне кажется, лучше, чем новозеландский доллар. В этом случае просто на дневном таймфрейме буду надеяться, что при неадекватном решении Fed Reserve австралийский доллар пойдет вверх к своим предыдущим вершинам на тяжелом таймфрейме, чтобы протестировать вот эти вершины. Все покупаю внутри вот этого восходящего тренда. Конечно, когда говорю покупаю, это значит, что на том же самом дневном таймфрейме я буду ждать вот этих бычьих свечей. На медвежьих свечей точно она не буду продавать. Никогда в своей жизни. Просто, ну, никогда говорить никогда не стоит, но по логике вот четко и ясно до этого вывода я уже давным-давно дошел. А если Fed Reserve поступит правильно, тогда я откажусь от более сильного австралийца и буду покупать доллары и шортить новозеландский доллар. Вот оно практически мой сценарий. То есть я показываю, что при любом решении Fed Reserve всегда есть возможность торговать либо против доллара, либо в пользу доллара. В зависимости от того, неграмотное или грамотное решение, соответственно, принимает Fed Reserve. Вот мое видение. Так сейчас торговать вот эти пары ни в коем случае, на мой взгляд. Конечно, каждый трейдер может там или аналитик иметь свое видение, оно четко и ясно обусловлено. Я для себя ничего не вижу, это не значит, что возможности нет. Может быть, тут каждая секунда открывается возможность, но по моим стратегиям я ее не вижу. Если у вас есть хорошие протестированные стратегии, давайте действуйте, вы должны доверять вашим стратегиям, и даже было бы хорошо в этом случае, если вы даже в чате выкладываете, например, ваши потенциальные сделки, чтобы мы их также тоже обсуждали. Я думаю, что у вас тоже должны быть достаточно хорошие такие сделки и возможности, и они будут на пользу всех нам, если вы иногда выкладываете ваши торговые идеи. Но с моей точки зрения, как я много раз показывал, чтобы здесь не было много графиков и вот этих элементов рисования, мы находимся в идеальной середине диапазона. Быки и медведи дошли до консенсуса. Давайте, они себе говорят, продавцы и покупатели. Дойдем до заседания Fed Reserve, и вот тогда уже определимся, будем ли расти, будем ли падать. Быки и медведи сейчас в центре. Ловить вот эту волатильность вверх-вниз в преддверии Fed Reserve мне как-то некомфортно, поэтому
Здесь дождусь до окончания Федрезерва. То же самое и в паре австралийский доллар. Мы в середине диапазона 50 уровней по Фибоначчи. Быки и медведи нашли консенсусное решение. Они в ожидании, значит, я тоже жду. Раз крупные участники не могут разобраться между собой, будем ли идти вверх или вниз, зачем мне вмешиваться в их историю, в их борьбу, когда я мелкий, крупный, мелкий трейдер, и сравнивать свои силы с крупными участниками не стоит. По золоту ничего я здесь не менял. Я свою сделку закрыл на уровне 1263. И ранее я четко, ясно озвучил свое видение. В преддверии Федрезерва мне волатильность золота вообще не нужна. Будет ли идти золото вверх, будет ли идти вниз, это его дело. Я буду подключаться либо на покупку, либо на продажу золота в зависимости от Федрезерв. Если Федрезерв сделает ошибку, буду покупать золото после формирования бычьих свечей. И наоборот, если Федрезерв сделает грамотное решение, то тогда я буду пытаться открыть короткую позицию против золота. Вчера я детально рассказал, какие здесь сценарии могут развиться. Я сразу сказал, что даже если Федрезерв поступит грамотно, на неком резком падении вниз, которое подтолкнет золото уже к нижним пределам диапазона, точно не буду открывать сделку. В этом случае, если мы уже будем находиться в нижней части вот этого серого диапазона, я дождусь отскока, и после отскока откуда-то буду подключаться на продажу. Если это было ясно, ставим свои плюсики. Но если, смотрите, вот этот желтый диапазон, который я здесь оставил около центра, это 38-61 уровень по Фибоначчи внутри вот этого диапазона. Если золото во время Федрезервовского заседания будет находиться где-то здесь, и Федрезерв поступит грамотно, потихонечку я могу начать продавать золото после окончания волатильности. И наоборот, если мы будем также в этом диапазоне во время заседания Федрезерва, и Федрезерв сделает глупость, я буду покупать золото с целью достижения вот этих предыдущих вершин, подчеркиваю, только после окончания волатильности после заседания Федрезерва. У меня на этом все. Жду ваших вопросов в чате. Так, Борисов Евгений пишет, полностью согласен, иногда тоже руки чешутся. Вот знаете, в качестве заключения, если у вас нет, конечно, вопросов, ставьте свои плюсики. Я всегда так говорил, я понимаю, иногда людям хочется, чтобы просто поторговать. Вот четко, ясно, нет никаких сигналов ни на покупку, ни на продажу, но человек все время сидит за торговым терминалом, за МТ-4, например, смотрит там на телефоне вот эти котировки, хочется, например, торговать. Вот я всегда, конечно, я не хочу, чтобы это выглядело в качестве инициативы. Торгуйте просто, чтобы там непонятно в такую ситуацию. Конечно, вероятность потерять деньги в непонятной ситуации, они намного больше, чем выиграть. Я даже говорю, не заработать, а выиграть. Это уже превращается в казино, в игра. Но если у вас есть такое большое желание, открывайте даже вот в Альпари, это хорошая возможность. Я не рекламирую услуги компании Альпари, но это действительно то, что я даже для себя бы рассмотрел. Открывайте здесь, где-то было в торговых условиях, смотрел вот эти, секундочку, где вот эти Форекс. А, так. Торговые условия, есть вот эти наносчета, наносчета. То есть, если вы откроете наносчет чисто для морального удовлетворения вот этого хазартной составляющей, если человек чувствует, что у него в торговле есть хазартная составляющая, открываете ту валютную пару, по которой вам так сильно хочется торговать, и кликаете вот этот минимальный объем 0.01. Если здесь в стандартных счетах это 1000 единиц получается, то есть таким образом я либо покупаю, либо продаю 1000 евро, там окажется это 100 евро или 100 долларов, или соответственно 100 единиц той пары базовой валюты, которой вы торгуете. И соответственно, тогда же на фоне некого резкого изменения, там вы не потеряете на изменение вверх, например, на 1 цент 10 долларов, открывая вот этот минимальный, а всего лишь 1 доллар. И тогда для вас это будет в этом случае, да,
чтобы успокоиться. Все равно понятно, что сигналов нет, но мне так сильно хочется торговать, что давайте где-то там кликну, и получится, что вы на фоне некой волатильности, если поставите свои стоп-лоссы и тейк-профит, там две фигуры вверх, две фигуры вниз, и вы потеряете там до $2. И получится, что это некое удовольствие, типа как, например, пойти в кино. Вот в таком случае, конечно, я понимаю, что это лучше не говорить, но я знаю, что у многих иногда руки чешутся, просто я же также общаюсь с всякими друзьями, которые торгуют, и они мне говорят: слушай, мне просто интересно, что произойдет, давай я там кликну минимальным объемом, вдруг мне повезет, чтобы просто быть в этой игре. Я это иногда, для меня это когда-то было странно, потом я начал, когда общаюсь уже долго с многими людьми, понимаю, что у кого-то иногда ярко выраженная вот эта азартная составляющая, будет ли он там на валютном рынке, на фондовом, в казино или вообще где-то просто кликать. Вот, чтобы не попасть в такую ситуацию, вот можете сделать свой дополнительный счет. На самом деле у меня есть такой экспериментивный счет, вы видите, но в целом я им пользуюсь для открытия обучающих сделок минимальным объемом, чтобы протестировать вот эти бычье поглощение всякие, головы и плечи, просто потому что мне и свечной, и технический анализ интересны, тем более, что когда-то я проводил обучающие курсы по этим анализам, просто я их иногда тестирую, потому что говорю, вот когда там есть хотя бы некие мелкие реальные деньги, мне это интересно. Это полностью другой счет, от которого я дистанцируюсь, он не связан с моим торговым счетом, там, где я торгую, четко и ясно я пытаюсь соблюдать некую дисциплину, и мне вот эти эксперименты там вообще не нужны. Ну вот у меня на этом все. Хорошо. Всем огромное спасибо. Владислав Беленчуков, вам огромное также спасибо за всю информацию, которую вы вчера выложили там в комментариях. Продолжаем общаться. Если у вас возникают вопросы, появятся вопросы, пишите в чате. Не пишите в чате, а в комментариях там под моими обзорами. Всем хорошего вечера, приятных выходных, и на следующей неделе снова встречаемся в понедельник. С вами был Василий Петков, аналитик Инвестиционной Академии. Удачи вам!